Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Doom Bat. Так, и у нас тут Dungeon Dilemma, часть третья. Давайте, ребята, попробуем, наверное, поиграть маленечко здесь. У нас, как видите, она открыта, но ни одного уровня не пройдено. Поэтому давайте посмотрим. Плюс я сегодня прошел ежедневный дейлик. Мне дали немножко денег, поэтому 960 монет у меня в данный момент находится. Фух. Так, что у меня тут появилось новенького? Так, я могу купить миньона бомбу, но не хочу, ребят, не хочу. Так, и какие-то у нас ловушки. Так, я могу купить пендаль, сапог, который пинает врагов. Тоже, ребят, пока на него тратиться не особо мне хочется, вот серьезно вам говорю. А вот что-то вот из этого мне хочется, ребята, купить. Можно купить дверь за 750. Надеюсь, вы знаете, что это за дверь, да? То есть, если враг идет, он может в эту провалиться дырку и опять оказаться на нижнем этаже. Это особенно хорошо, когда у тебя принцесса внизу, и враги должны ее вытащить наверх. То есть, мы ставим эту ловушку, и они падают вниз. И так по кругу может все это продолжаться. Так, не знаю, тролль. Тролль — это же у нас получается как просто, ну, преграда своего рода, да? Ничего особенного он нам не даст. Так, ну что же, ладно, хорошо, ребят, давайте возьмем обычные наши хитроумные ловушки, которые у нас есть, да? Пока я ничего не буду здесь улучшать, подкупим еще маленечко с вами деньжат, а уже там потом разберемся, что нам нужнее. Я думаю, что первый уровень, ничего здесь страшного не будет. Должны будем пройти налегке. Ага, мы с вами опускаемся вниз. Ну что же, отлично. Значит, враг будет идти сверху. Ладно, мы с вами, ребята, будем к этому делу подготавливаться. Конечно же, подготавливаться. Ой, подожди. Мне нужны генераторы. Я все время, ребят, про них забываю. Все время. В первую очередь нужно всегда же вставить генераторы. Потому что энергия именно от них зависит. Так, ну что, вначале бегут, как обычно, самые простые, самые легкие у нас рыцари. Щупальца, конечно, нужно здесь побольше поставить. Сейчас мы с вами это дело исправим в обязательном порядке. Так, энергия у нас тут есть. Вот сюда я, наверное, поставлю гарпунчик, с вашего позволения. И давай вот так вот сделаем. Все хорошо, все у нас хорошо. Никто здесь у нас не пройдет. Давайте вот сюда, наверное, мы тоже поставим колья. Так, надо вот сюда, ребята, колья влепить. Вот сюда мы поставим колья, а вот сюда я поставлю гарпун. Для чего гарпун? Ну, во-первых, они сюда не особо, я смотрю, жалуют бежать. А мне нужно их атаковать. Поэтому обязательно сюда влепим гарпун с вами. Давай сюда, наверное, еще шипы влепим. Так, забираем всю эту, ребята, энергию. Так, мы с вами опускаемся на один этаж ниже, как вы заметили. Ага, вот так они решили, да, сделать? Ладно. Значит, они собираются вот сюда, вот эти ворота проходить. На дурачка, думает, напали, да? Нет, ребятушки, я все знаю, я их раскушу, раскалю моментально буквально. Вот сюда, кстати, ну, тоже бы не помешало бы влепить щупальцу одну. Как раз вот над самым, ребята, вход. Смотрите, видите, они пошли все-таки бомбить. Так, секунду, они пошли бомбить мой гарпун. Все-таки доперло до них, да, что гарпун им мешает жить. И они побежали. Так, если они даже его сейчас, ребята, уничтожат. Хотя я могу сделать немножко хитрее. Вот так вот поставить сюда колья. Потому что они будут, колья я имею в виду, бомбить их в тот момент, когда они... От хитрожопы разбомбили, да? Ну я-то не дуралей. Я вот так вот сделал. И опять его сюда же поставлю. Вот, и когда они пойдут в следующий раз бомбить мою вот эту вот, мой гарпун, щупальцы и клинья сделают свое дело. Хотя нам до этого не суждено было. Ой-ой-ой, что я сделал? Ёпарасоте, ребята, зачем? Я хотел сюда и нечаянно нажал. Блин, твою же маковку. Ребят, я же копил деньги. Так, что-то там у нас открылся, какой-то новый мод. Блин, ну как же так, а, ребята? Мне сейчас была бы приличная сумма денег. Нет, вот надо было нечаянно кликнуть. Хорошо. Дайте я тогда прокачаю, наверное, полностью кислотную ловушку. Чтобы у меня в следующий раз не получилось такого косячка, как сейчас. Ну что же, будем смотреть, кто у нас появится в этой локации.
Почему я, ребят, прохожу вот эти вот легкие миссии для начала, да? Ну, наверное, элементарный ответ, потому что мне нужно заработать денег. Денег нужно заработать много для того, чтобы я мог... Так, погоди-ка. Для того, чтобы я мог уже на более сложных уровнях идти туда подготовленным. Если я пойду туда, извините меня, с непрокачанными ловушками, толку никакого не будет. Просто будет лишняя трата времени. Оно мне надо? Я думаю, что нет. Так же, как и вам. Куда, 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 куда ты? Ой-ой-ой-ой. Так, ладно, хорошо. Подготавливаемся. Подготавливаемся с вами идеально к этому плану. Вот так вот мы поставим, потому что они прыгают сюда на эту ловушку. Так, забомбили. Гарпун стоит, все это стоит. Энергию мы с вами забираем. И давайте, ребята, выставлять тоже вот сюда вот гарпуны. Вот так вот. Все будем делать с вами идеально. Вниз тоже поставим с вами миньона, потому что... Ну, мало ли, он сейчас зайдет сюда, потом выйдет здесь. Вот мы еще на ниже этаж перемещаемся. В принципе, это хорошо. А тем более принцесса стоит вот здесь вот с самого края. Значит, готовимся. Вот здесь вот должна быть идеальная, ребята, напористость врагов. Или здесь, или здесь. Сейчас посмотрим, откуда они пойдут. Так, сюда мы поставим щупальцы. Ага, вот здесь, значит, да? Ладно. Тогда давай мы вот так вот сделаем два гарпуна. Пускай будут тут два гарпуна у нас. Ох, елки ты палки. Ты посмотри, кто, ребят, явился, не запылился. Блин. Вот тебя-то я как раз тут и не ожидал увидеть. Уже причем на втором уровне. Так, забежал, да? Сейчас он здесь появится. Это все, ребят, предсказуемо. Для меня пока здесь ничего такого новенького нету. Чего-то, знаете, сногсшибательного. Так, финальная волна. Понятно. А раз финальная волна, значит, готовься к чему-то страшному, да? Хорошо, я буду готовиться к чему-то страшному. Не знаю, правда, к чему пока. Так, нижний этаж. И здесь у нас уже принцесса. Хорошо, мы с вами тогда вот так сделаем. Сюда поставим щупальцы, да? Рядом с лестницей. Вот так вот сюда гарпун надо влепить. Я думаю, что это будет идеально. Я думаю, что это, ребята, будет для нас идеально. Я не могу понять, что тут где-то инженер, что... А, нет, не инженер. Тут вот этот вот охламон орудует у нас. Ну, ладно, пускай он тут пока побесится. Мы с вами вот сюда вот поставим генератор один. Так, ну что, у нас это последняя волна. Это последние рыцари, которые у нас будут. И все, ребят, после них уже будет тишина. А точнее будет уровень пройден. Ну, вы сами прекрасно видите. Естественно, никаких шансов у них похитить принцессу просто нету. Просто нету. Смотри, три гарпуна вот здесь стоит. Это, прикинь, такой дюн-дюн-дюн, просто его сносят. Да, ребята, спасли. Сколько нам дадут денег? Ну, 300, да? Итого 615. Отлично. Так, предлагаю вам сразу же отправиться в дальнейшее, ребят, путешествие. Ничего мы здесь не будем менять, ничего апгрейдить не будем. Нам нужны с вами денежки. Мы, естественно, с вами сейчас, грубо говоря, на начальных уровнях просто занимаемся фармом. Иначе это не назвать. Ну что же, первая волна. Угу. И начинают они вот отсюда. И начинают они, ребята, вот именно с этой точки. Так, опять я про... Ох ты, ох ты. Вот даже как. Даже вот так вот. Кстати, вот эта площадка, ребят, самая опасная. Спросите, почему? Отвечу, потому что рядом, ребята, принцесса стоит. Нам никак нельзя допустить того, чтобы они вот здесь вот спрыгнули и быстренько-быстренько смогли добраться до принцессы. Опачки! Опачки, ребята! Повезло сейчас крупно. Так, надо еще один генератор, скорее всего, вот сюда вот влепить. Потому что сейчас будет волна за волной, и я думаю, что будет очень серьезные волны идти. Так, давай мы вот так вот, наверное, сделаем с вами. Сюда кислоту, и сюда надо кислоту, ребята, влуплять. Хотим мы этого или нет? Погоди-ка ты со своей кислотой. Давай мы вот этих вот ребят вначале сдержим хоть как-нибудь. Так, шипы. Срочно шипы. Угу. Давай-ка мы с тобой вот так вот сделаем. Поставлю вот сюда, ребята, кислоту. Ты смотри, что происходит. Опа, 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 ты куда это?
Парнишка, ты куда? Нет! Твою же маковку, ребят. Какой-то вшивый лучник. Ты представляешь, вшивый вот этот вот лучник просто меня обманул. Просто обманул. Потому что я вот здесь вот не просмотрел, ребята, вот это, внимательно вот эту вот зону, что тут сверху, оказывается, лучники уже бежали. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это я лопнулся. Ладно, хорошо, мы с вами этот уровень пройдем. Не идеально, конечно же, но, по крайней мере, у нас будет с вами дополнительная копеечка в кармане, она мне пригодится. Но тут, конечно, я сам виноват. Круто я лопухнулся, очень круто. Лучник втихаря. Ну, правильно, здесь никого не было, миньона не было, который бы мог его сдерживать. Вот поэтому так все, ребята, получилось у нас. Да, печалька, конечно, печалька. Давай вот так вот сделаем. Я понимаю, что генераторы, все это нам нужно. Мы поставим вот сюда вот гарпун. Враг не дремлет, враг, как говорится, все сметает на своем пути. Ему не имется. Так, здесь гарпуна, кстати, одного, ребята, будет мало. Знаете почему? Ну, смотрите, вот враг пойдет сюда, выйдет, ему буквально тут дойти 5 секунд. Поэтому мы сделаем вот сюда вот щупальце, да, осьминога. И поставим вот сюда вот ловушку. И, по идее, вот сюда тоже нужна щупальца осьминога. Вот сюда. Вот так вот это должно было работать. Так, опс, что-то я получил. Отлично. Да, ребята, плохо-плохо мы, конечно, с вами здесь сыграли. Я ничего не могу сказать. Но давайте, наверное, мы что-нибудь с вами... Может быть, нам улучшить электрического, нет? Не, давай-ка мы здесь вначале все доделаем, что нам нужно. Так, что бы можно было бы сделать? Блин, такие ценники, я просто, ребят, фигею. Или же мы все-таки можем с вами накопить 1500 монет для того, чтобы открыть нам еще одну ячейку. Да, скорее всего, мы будем так с вами и делать. Так, ну что, у нас с вами следующая миссия. Йоу, началось, началось, ребята. Вот эти вот узенькие маленькие коридорчики. Терпеть их не могу. Я не могу их, ребят, терпеть. Видите, да? То есть они быстро-быстро очень будут проходить все это дело. Давай мы вот сюда поставим один генератор. В идеале вообще-то лучше два сюда влепить. Сейчас мы это сделаем быстренько. Давай два генератора влепим. Так, враг уже бежит. Уже бежит, сломя голову. Сюда нам, по идее, нужно поставить токсичную ловушку, которая будет вот так вот кислотой бомбить. Так, слабовато пока, ребят. Пока слабовато, ничего здесь... Такого идеального у нас нету. Сейчас миньона только забомбят мне и все. Он выжил еще. Ладно. Это мне в плюс. Ставим сюда, короче, кислотную ловушку. Здесь можно влепить, ребят, гарпун. Вот здесь вот именно. Так, давай-ка я сюда еще одного миньона влеплю. Это у нас миньон огненный получается. Ага. Давай вот так вот сделаем. Так, у нас энергия там копится, у нас энергии тут много. Ставим сюда вот так ловушку. Мы ниже этажом, да, перемещаемся? Ладно, отлично. Ниже... Воу, 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 тихо! Тихо, 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 чё сразу-то, блин? Это специально, ребят. Это все, конечно же, сделано специально. Так, миньону сейчас, конечно, будет не разорваться. Они будут бомбить мои генераторы, ведь так? Именно так. Поэтому нужно акцент, ребята, как можно быстрее делать. Блин, даже на что делать-то, я даже не знаю. Нет, я знаю, на что делать. На нижний этаж. На нижний этаж. О, воу-воу-воу. Давай еще одного миньона поставим. Нам нужно здесь прожить, во что бы то ни стало. Так, сюда я поставлю ловушку. Так, один генератор он мне тут сломал, да? Квазимода. Ладно, предположим. Он еще один генератор бомбит, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой нехороший чувачок. И ему надо вернуться, вот разбомбить этот. Хорошо, мы поставим сюда шипы, чтобы они пока бомбили. Их хоть как-то, ребят, наказывало за это. Я вот сюда еще генератор влеплю. На зло им просто буду ставить их и все, чтобы они бегали, как неугомонные здесь. О чем мы паримся? Миньона туда и все. Миньон, как говорится, нам поможет. И еще один генератор я обратно все-таки поставлю. Так, у нас всего лишь три генератора, отлично. Все, этого достаточно, более даже чем.
Мы еще ниже, да, с вами спускаемся? Понятно. Еще ниже. Я уже, в принципе, представляю, что здесь будет. Так, выставляем сюда гарпун. Готовимся, ребята, к офигенной просто атаке. Просто к офигенной атаке. Так, они здесь пройдут. Естественно, они генераторы это мне забомбят, наверное, все, скорее всего. Да, вон они уже начинают их ломать. Мы поставим вот так. Щупальцы. И самое главное, их, ребята, вот сюда, вот вниз не пропустить. Они будут стараться сюда рвануть, сломя голову. Так, два генератора, как мы видим, уже у меня нету. Поэтому ставим один сюда, один вот сюда. Вместо тех, которые они уничтожили. Нам нельзя допустить того, чтобы мы остались без энергии. Без энергии, ребята, останемся в проигрыш. Так, смотрите, кто явился. Смотрите, кто тут у нас, блин, явился. Так, давай вот так вот сделаем. О, он, наверное, здесь будет не один, скорее всего, да? Давай тогда вот так сделаем еще. Хо-хоу, сдох, отлично. Так, быстрее, 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 быстрее все это делаем. Опять, да, они мне генератор снесли? Да, опять, так оно и выходит. Ладно, влепляем сюда один. И, пожалуй, вот сюда поставим еще ловушку. Колья. Сколько там по волне? Ребят, это последний, да, рыцарь, я так понимаю, бомбит? Да, это последний рыцарь. Фух, ну что, мы отбились, отличненько. Отличненько, все у нас хорошо. Сколько денег нам дадут? Нам дают 400. Ребят, если мы еще 300 с вами получим монет, вот буквально за следующий уровень, я открываю себе ячейку. На ячейках, когда с вами закончим, уже будем работать по-другому. Так, смотри. Оу-оу, щет. Ху-ху. Ладно, давай сюда гарпун тогда влепляем. Так, нам нужны, ребята, генераторы, блин. Самое бесявое, что у нас тут ограничено все по времени. Я даже не знаю, какой, куда, какие ворота ведут, блин. Я просто не знаю. Ну, ой-ой-ой-ой, сколько у вас там много-то ползет. Эй, и ниндзя, и все, что хочешь, блин. Так, ребята, будем смотреть сейчас, какая траектория у них ходьбы. Ага, понял, они, значит, вот здесь появляются. А дальше-то куда они пойдут? Так, вот куда это ворота ведут? Сюда, да, потом они пойдут вниз. Да. Как быть? Как, ребятулечки, мне быть? Давай, да куда ты, я хотел гарпун все. Опс. Так, ладно, предположим, ребятушки, предположим. Так, вот так вот мы с вами сделаем здесь. Что-то, я боюсь, что... А-а-а, как вас много, гады. Как вас тут много. Упыри вы этакие, а. Я не могу, ребята, ставить ловушки, когда вот такие вот камни есть. Опа! Опачки! Ты вот сейчас серьезно? Вот так вот? Миньон! Давай быстрее быть! Миньон! 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 Фу! Повезло. Просто чудом повезло. Блин, ну это пипец. Это, ребята, суперсложность будет. Суперсложно здесь простоять. Как-то... Так, давай мы попробуем сюда вот поставить кислоту. То есть, получается, вот сюда они войдут, да, в эти ворота, и эти ворота сразу будут здесь. Сразу же, ты представляешь, да? Да мне... Блин, я не знаю, что делать. Давай миньонов туда вставлять, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько вас тут? Надо все ворота, что ли, прикрывать, так? Я не знаю, как тут быть, ребят. Я серьезно говорю. Ну, смотри, блин. Давай сюда миньонов влепим. Одного, наверное, еще. Ну что это? Так, куда мы еще можем с вами ловушку? Так, пулеметчик Джонни, я смотрю, там идет, да? На, получи. Не, он, тем более, ребят, не один. Их тут целая куча. Вон он уже там расстреливает. Давай сюда миньона вызывать. Они мне сейчас всех щупальцы, ребята, тут поперебомбят. Ой-ой-ой-ой, как некрасиво вы поступаете. Как вы некрасиво поступаете, охламоны. Один, как говорится, довыеживался, да? А я вот так вот сделаю, ребят, специально. Специально сюда влеплю. Гарпуны мои бомбят. Давай сюда вот миньончик еще влепим. Отлично. И финальная волна. Ёп, парасете, блин. Так, сюда, значит, да, перенесли. Принцессу перенесли, короче, в самый низ. Давай, ребята, здесь, как сказать, будем строить оборону просто капитальную. Просто капитальную. И, кстати, между прочим, вот сюда тоже надо нам поставить кислоту. Так, генератор. У меня что, всего лишь один генератор?
Так, секунду. Погоди, погоди, что-то как-то... Что как-то... Блин. Все не то. Зачем я... Зачем я сюда вот это вот влепил, я не пойму. Она здесь вообще не в тему, если честно. Мне и гарпуны-то некуда влепить, на самом деле, если подумать, ну, да? Так, вот сюда вот мы сможем что-то влепить? Да ничего мы сюда не сможем поставить, абсолютно ничего. Давай вот так вот. Даже если они у нас, ребята, похитят принцессу, будем надеяться, что они ее просто отсюда не утащат никуда. Ну, так, целая орда тут прет. Пойдем хоть посмотрим, что там наверху творится. Наверху все отлично, гарпуны бомбят, все хорошо. Лучше, как говорится, не придумаешь. Да, мы спасли принцессу, ребята. У нас все идеально с вами получилось. И смотрим, сколько нам дадут денег. 500. 500, это о том говорит, что мы с вами, ребята, открываем еще одну ячейку. Не понял. Я еще могу за 2000? Что-то это очень круто. Слушай, ну если мы можем еще одну ячейку... Эй, зачем я хотел, ребята, поставить сюда? Ну почему это спешка моя вечная? Вечная моя, блин, ребята, спешка. Так, ну что же, смотрим. Начнем, пожалуй, да, делать здесь хитрые планы наши какие-нибудь. Так, у нас принцесса стоит здесь. Вот здесь она стоит. Это плохо, ребят, что она здесь-то стоит. Хм. Местечко такое неудобное, если честно. Один генератор я могу только влепить. Воу-воу-воу-воу, погоди-ка, погоди-ка. А зачем я тогда там все это делал? Зачем я тут развивал инфраструктуру свою для того, чтобы... Хотя нет, ребят, все нормально, пригодится. Пригодится, потому что мы и сами прекрасно видим, они там ползут, эти хламоны ушастые. И нам нужно быть, как говорится... Так, подожди. Давай вот так вот сделаем. Они сейчас хитренько вот здесь появятся, что ли, да, получается, или нет? Ладно, фиг с ним, давай попробуем так сделать. Ай-яй-яй-яй-яй, они бьют, ребятушки, мой гарпун. Они бьют гарпун мой. А щупальца до них не достает. Да? Так, он сейчас появится здесь. Здесь миньон у меня один стоит. Давай, наверное, вот здесь еще один миньончик мы с вами поставим. Так. Надеюсь, мы справимся здесь с ними. Должны же, по идее. Че? Ниже этажом, что ли? Так быстро? Фу, странно. Хорошо, ладно, я, в принципе, не возражаю, но много здесь ничего не играет роли. Не особо-то нам здесь и помогло это все. Эх, инженеры! Чертовы идут, ребята, чертовы инженеры идут. Ладно, хорошо, давай смотреть, что у нас тут получится с этими инженерами. Ловушка, 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 ловушка. Куда ловушку-то влепить? Сюда, что ли? Чё тут, чё-то как-то вообще, ребят. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, подожди, подожди. Так, аглоед, да? Он будет спускаться, соответственно. Так, здесь мы тогда делаем, ребят, кислотную ловушку. Ой-ой-ой-ой, миньон, где мой миньон? Ребят, где мой миньон? Похитил за серия. Он похитил, ребят. Прикинь, не справилась моя ни одна из ловушек, и миньона у меня там внизу почему-то не оказалось. Ладно. Ладно. Не получим мы с вами отличного бонуса. Ну, хорошо, будем считать, что это как разминка у нас с вами, да? Будем разминаться, так сказать. Время, конечно, жалко потраченного на это все, но ничего не поделаешь. Ускорения тут тоже, к сожалению, ребята, нету. Просто на будущее я для себя буду определять, что мне нужно делать и как нужно делать, и в какой последовательности. Ага, 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 бежит. Расстреливает, да? Так, он расстреливает. Точнее, он уже даже, я бы сказал, расстрелял тут все. Слушай, парень, а ты не припухли, так уверенно идет вниз, прям обалдеть как. Вот он у себя дома здесь находится, ё-моё. Ха, фрундель. Давай вот сюда ловушку поставим, кислотную. Так, это что, только лишь финальная волна, ё-моё, сколько волн и только лишь сейчас финальная. Ну что же, ладушки, хорошо, я готов. Я готов, ребята, встретиться с ними лицом к лицу. Давай сюда поставим миньона. Вот сюда вот так вот поставим, потому что они со всех, ребят, щелей, как мы видим, прут. В наших интересах, как говорится, противостоять им всем. Любыми способами. Давай я вот сюда еще поставлю гарпунчик один. Стопудово здесь, наверное, пойду, да? Ведь пойдут же. Тогда мы сделаем вот так для них. Ловушку сюда поставим.
Слушай, ну они здесь не пройдут. Блин, короче, мне всю малину испортил лишь один из рыцарей. Рыцарь круглого, блин, стола. Вот только он мне помешал. А в остальном вы сами все прекрасно, ребята, видите. Никаких вообще, в принципе, проблем нету. Просто, ну, никто не сможет пройти. Ну, что они тут сделают? Ничегошеньки, абсолютненько. Вот, мы их гасим всех налево и направо. Вот сюда я даже еще одну щупальцу поставлю. Так уж и быть. Чтоб, как говорится, перестраховаться. Вот сюда поставлю щупальцу. Гарпун, подожди, Коля мы никуда не поставим, а вот сюда могу еще щупаться. Все, вот здесь уже просто идеальное место, что никто не пройдет. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, кто тут, кто заявился, ребятуль, смотрите. Слушай, тогда надо подготовиться здесь вообще как следует, хорошенечко. Миньона, наверное, еще, все, да? Судя по всему, все. Да, ребята, единственное, что я еще раз повторю, нам испортил всю малину этого рыцарь, вот тот никчемный, который... прискакал. Да и к тому же, ребят, я еще и не взял сюда дополнительную для себя ловушечку. А надо было. Можно, в принципе, нет. Нельзя. Нельзя. Что, миньончика будем открывать? Зачем я ты... Ой, ребята, вот она, спешка моя. Все, спешка. Я просто хотел сдвинуть. Нафига надо было... Я не знаю, ребят. Я не знаю, что тут происходит. Что тут, твою ж, дивизию происходит, а? Давай начинать тогда развлекаться, если это можно назвать развлечением. Кстати, вот этот вот длинный коридор нужно, ребята, знаете, чем заполнить? Заполнить кислотой. Так, и ставим, наверное, мы с вами вот сюда вот один генератор влепим. Потому что, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько их там бежит, так они сюда пойдут. Потом прыгнут сюда, естественно. Естественно, ребята, прыгнут сюда. В общем, вся сейчас заварушка у нас будет где-то внизу находиться, потому что они уж больно быстро как-то сюда сейчас проберутся. Миньон один здесь, не справится. Поверьте мне, не справится он здесь один. С этой-то ордой со всей. Нет, не вариант. Что мы можем сделать? Мы можем как-то помочь нашему, да, чувачку. Нашему миньону. Почему щупальца не работает? Что-то я не понял, в чем проблема? Что щупальца не... А, во, нет, все нормально, ребят. Все отлично работает, все прекрасно. Давай вот сюда поставим шипы. И, конечно же, вот сюда. Постепенно, полегоньку, потихоньку будем их, ребят, травить, бомбить. Так, а вот сюда бы, конечно, бы еще бы не помешало бы, ребята, поставить щупальцу кентакли, ну, осьминога. Так, и нужен еще, наверное, один миньон. Вот здесь вот, на всякий случай, да, чтобы он контролировал, грубо говоря, эту дорожку. Обалдеть, перенесли нас на этаж ниже. Ой, чудики, чудики. Ничего с вами не поделаешь, придется играть по их правилам, ребят. Ну, а фиг сделаешь. Что мы тут можем? Мы здесь можем только вот так вот позволить себе поставить шипы, а вот сюда поставить гарпун. Ну, и на одну щупальцу кентакли. Все. А нет, вру, ребят. Вот что мы можем еще с вами сделать. И не то, что можем сделать, а и нужно делать. И, кстати, вот здесь вот я зря не поставил, извините меня, шипы. Потому что это самое-самое начало, где они приземляются, и дамаг должен идти изначально. Я думаю, вы поняли, о чем и к чему я говорю. Во-во-во-во-во, вот, началось. Давай сюда миньона влепим. Так, давай, кусай его пока. Нет, все-таки он подбомбил. Да, ребят, он все-таки подбомбил. А что там за звуки такие странные? Кто-то что... Нет, все нормально, все идеально. Так, погоди-ка, вот сюда. Накрылся медным тазом, чувачок. Сюда я вот так вот сделаю, нифига ты захотел. А, вот, опять, ребята, бежит. Вот сюда бы щупальцу влепить надо. Сможем, интересно, с вами? Или не сможем накопить на щупальцу? Давай проверим. Нет, не можем мы здесь поставить, ребят, щупальцу. Тогда будут два миньона у нас здесь стоять. Следующая щупальца у нас будет вот здесь вот стоять. Щупальцы две должны быть, конечно, еще здесь. Это в обязательном порядке. Они здесь нужны. Где у меня? Ну что, один генератор всего, что ли? За всех тут отрабатывает. Получается так. Давай вот так вот сделаем, ребят. Сюда же мы поставим миньона, чтобы он как бы, ну, контролировал этот весь процесс. Отлично, под кислоту попал. Да давай, миньончик, пока ты сообразишь. Так, здесь чего-то не хватает. Нет, все нормально, одного миньона только подбили. Ладно, я возвращаю еще одного миньона сюда.
И замок спасен. Фух, полный у нас, ребята, фэншуй получился здесь. 500 монет, отлично. Отлично, все хорошо, все замечательно. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, на этом мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Всем пока и удачи. I don't...